Здравствуйте, уважаемые подписчики LegalBet. Московский аэропорт Шереметьево. Отправляемся на матч Уфы и Рейнджерс. Конечно же, будем болеть за клуб из Башкортостана. Ну и, конечно, в уме держим очередной, уже шестой тур нового чемпионата России. Ну и в том числе первую игру, первую хронологически, это противостояние футбольного клуба Ростов и Рубин. Интереснейший матч. Дифирамбы тренеров друг другу. Карпин хвалит Бердыева. Он с самого начала говорил, что Бердыев тренер топ-класса. Сейчас уже Бердыев хвалит Карпина, говорит, как изменился при нем Ростов. Я думаю, что очень осторожная игра будет, особенно на фоне определенного пиетета тренеров друг к другу. Я думаю, что никто не будет лезть на рожон. Да и команды-то, в общем-то, низовые, да. Мы видим, что во всех результатах у Ростова только один верх. Крупная победа 4-0, с Енисеем, но там так сложилось. Ну и у Рубина, немножко выходящая за скобки, встреча с Краснодаром, тоже единственный верх. Там был счет 2-1. Ну и здесь, я думаю, что будет очень осторожный футбол, поэтому смотрим низовые ставки, и среди них находим ставку тотал каждого из таймов меньше полутора, то есть в каждом из таймов не будет забито больше одного гола. Я думаю, что очень вероятно, что счет будет в принципе 1-0, поэтому мне кажется, что ставка должна заходить. Она такая, с подстраховочкой, немножко осторожная, но мне кажется интересной. Друзья, и большая просьба, пожалуйста, не забывайте, что ставки — это только игра, не больше.